Ну что ж, давайте первым делом проверим западную часть первого этажа госпиталя. Кстати, я совсем забыл, в Silent Hill 3 есть блок, который мало кто использует, но если нажать клавишу готовности и бег, то Хизер ставит блок. И, возможно, против медсестер он поможет. Давайте попробуем. А этих барышней тут, оказывается, две. Надо срочно жрать аптечку. Да что ж вы так громко дышите-то? Топчи ее. О, а вот и третья подоспела. Ну давай, бей. Хочу попробовать блок. А, черт, у нее пистолет. Фух. Мне повезло, что она его не использовала. Троица. Красиво лежат. Здесь у нас закрыто. Здесь тоже. Тихо-тихо, девушки. Нет, пожалуй, я воздержусь от посещения этой палаты экстренной терапии. Думаю, что там нет ничего такого полезного, ради чего стоило бы сражаться сразу с тремя медсестрами. Здесь у нас очередной дневник Стэнли Колмана. И какая-то интересная стена. Организация заперла меня здесь. Они хотят сломить мою волю, чтобы я забыл обо всем. Но я останусь в своем уме, даже если они оставят меня тут с психами. Почему бы не прикрепить это к стене? Это будет бессмысленно, ты ведь можешь отлепить это, если используешь ту дурацкую штуковину, которой вечно пользуются эти гадкие девицы. Если у вещи нет предназначения, ее существование не имеет смысла. Ты существуешь для меня. Но почему ты не взяла с собой мою куклу? Ах, наверное, мой подарок смутил тебя. Ты такая милая, Хизер. Стэнли Колман. Похоже, Стэнли Колман налепил здесь что-то на стене. Тут к стене много чего приклеено. Печенье, зубная щетка, ложка, рождественская открытка, часы. Кто бы это ни приклеил, не понимаю, зачем делать это в первом попавшемся месте. Тут к стене приклеен ключ. Очень хотела бы взять его, но он действительно крепко прилип. Я даже сдвинуть его не могу. Плюшевого мишку-то не хочешь взять, Хизер? Ну ладно, пока нам нечем отклеить этот ключ. И давайте посмотрим, что здесь еще осталось. Так, еще здесь у нас три двери. И похоже, что они все заперты. Похоже, здесь все, и, как ни странно, наши медсестры крепко спят. Что ж, не будем их тревожить. Так, здесь у нас все позакрыто, и остался только лифт. Нужно его проверить. Давайте сначала попробуем в подвал съездить. Нет, не получается. Ну что ж, тогда на второй этаж.
Похоже, что тихо здесь. Даже как-то странно. Ладно, начнем тырканье по дверям. Да, пока все неудачно как-то. Так, куда это мы попали? Женская раздевалка. Это журнал мод. В данный момент он мне не интересен. Жидкость для снятия лака. Здесь какая-то обляпанная юбка болтается. Шкафчик плотно закрыт. Не похоже, что я смогу открыть его. Похоже, что остальные шкафчики здесь также плотно закрыты. Так, что у нас тут нарисовано на этом плакатике на двери? Какой-то байкер. Мужики в своих раздевалках вешают голых баб, а женщины, похоже, крутых парней на мотоциклах. Так, давайте почитаем, что мы взяли. Духи. Эта штука пахнет странновато. Жидкость для снятия лака. Это помогает снять лак с ногтей. Я нашла ее в женской раздевалке. Окей, теперь нам есть чем отклеить ключ. Так, жалюзи. Закрыты, конечно же. Тут у нас выход на лестничную площадку тоже закрыт. И здесь записка, напечатанная на машинке. Что это должно значить? Чистые глаза голубые, как стекло. Ты всегда смотришь на меня, и я всегда смотрю на тебя. Ах, ты такая мягкая, красивая и неиспорченная. Поэтому я так грущу, я страдаю, и я так счастлив, мне больно. Я хочу причинить тебе боль и уничтожить себя. Что бы ты подумала, если бы знала, что я чувствую? Может, ты бы просто улыбнулась, не говоря ни слова? Даже проклятие из твоих уст прекрасны, как жемчужины. Я кладу свою левую руку на твое лицо, как будто хочу поцеловать. Затем я внезапно погружаю мой большой палец глубоко в твою глазницу. Грубо, решительно, словно сверля. На что же это будет похоже? На желе? Дрожа в экстазе, я непристойно размазываю его вокруг. Я должен ощутить тепло твоей крови. Ты будешь кричать? Будешь вопить? Больно? Больно? Пока алые слезы будут струиться из твоего раздавленного глаза? Ты не знаешь, что за безумный голод я ощущал во время наших поцелуев, которым я потерял счет. Упиваясь твоими криками, я превращаю желание в реальность. Кусаю твой язык, разрываю его, впиваюсь в твои губы, словно пробую на вкус помаду. О, каких вершин эйфории я достигну, исполнив свои желания, словно жадный прожорливый пес. Я страстно хочу и твои вишнево-румяные щеки, чей вкус пленяет мой язык. Я точно излечусь и буду плакать, как ребенок. А как же твое нежное ушко? Оно касается моей щеки. Я хочу коснуться его своими губами, чтобы потом погрузить зубы в его плоть. Твое левое ухо, слышащее сахарный сладкий шепот. Я хочу, чтобы оно услышало мои истинные чувства. Я никогда не лгал, нет, но и правда имел свои секреты. Ах, но что ты обо мне подумаешь? Ты ненавидишь меня, боишься? Словно приглашая тебя в агонию конца пьесы, если ты желаешь, можешь уничтожить меня, мне все равно». Если ты желаешь, можешь уничтожить меня, мне все равно. Что это только что за извращение мы прочитали? Возможно, это тоже писал Стэнли?
Ты, возможно, еще не осознала своих истинных чувств, но ты подсознательно ощущаешь их. И потому ты пытаешься быть ко мне ближе. Это добродетель, путь в рай. Если дверь заперта, открой ее. Используй пароль для ворот тюрьмы. Врач, я забыл его имя. Впрочем, этот дилетант записал его. Он должен быть тут. Я имею в виду, 4 цифр было бы достаточно. Но он продолжал. Ну разве не стыд? Я не там. Тебя это раздражает? Я изнываю по тебе, но ты так жестока. Но я все равно хочу тебя, Хизер. Стэнли Колман. Дверь на лестницу заперта. А здесь у нас кодовый замок. И как раз вот этот текст и есть ключ к этому замку. Да, на сложности хард это просто жесть. С первого раза даже сразу не поймешь, что этот текст и есть подсказка к кодовому замку. Ну давайте первым делом сходим на первый этаж и заберем ключ, который приклеен к стене. Что ж, вроде никого не появилось. Так, я, похоже, куда-то не туда бегу. Хм, троица все еще здесь. Так, какая-то комната нам была нужна, 24. Я использовал жидкость для снятия лака. Я взяла ключ от лестничной площадки. А вот и замечательно. Его-то нам и не хватало. Так, выход на лестничную площадку. Вот как раз эта дверь. Упс, кажется, там кто-то ходит. Ну что ж, давайте все-таки спустимся в подвал. Что это за звук? Опять инвалидное кресло. Какая жуть. Это кресло-каталка. Где человек, который ей пользовался? Рядом куча гильз и кровавые следы. Похоже, какие-то проблемы с электричеством. Полосы крови, будто что-то протащили. Тянутся к задней стороне шкафа. Нет, скорее больше похоже, что они начинаются от задней части шкафа. Хм. Это просто мусор, не думаю, что там найдется что-то полезное. Ладно. Что это у нас здесь? Автомат? Отлично. Похоже, кто-то им воспользовался здесь. Что это за шаги? Кровавый след тянется в лифт. Часть меня хочет заглянуть внутрь, но вообще-то это жутковато. Стена изрыта дырками от пуль. В кого, черт возьми, тут могли стрелять? Неужели кто-то так жестоко расправился с инвалидом? Уж не в этом ли он лифте? Кто он? Инвалид?
Так, больше здесь вроде ничего нет. Хотя нет, куда-то Хизер смотрит вниз. Ага, патроны. Так, здесь мы, похоже, закончили. Пойдем сходим на второй этаж. Итак, мы опять попадаем к этой двери, и теперь нам нужно разгадать пароль. Давайте еще раз прочитаем этот текст по-быстрому. На самом деле, вот этот текст с выдавливанием глаза и разрыванием губ, это и есть не что иное, как интерпретация нажатия клавиш. Да-да, вот так вот здесь все запутано. Давайте запомним ключевые фразы. Сначала он кладет левую руку на лицо и большим пальцем выдавливает глаз. Если на самом деле положить левую руку на человеческое лицо, которое будет стоять перед нами, то удобнее всего будет выдавливать правый глаз. Ты будешь кричать, алые слезы будут струиться из твоего раздавленного глаза. Здесь ничего интересного. Просто текст для придания атмосферы. Дальше он кусает язык и разрывает губы. То есть делает что-то с нашим ртом. Дальше он хочет и наши щеки, пока непонятно, какую из них, левую или правую. И напоследок он хочет наше ушко. И судя по тексту, именно левое ушко. В принципе, это нам и достаточно для четырехзначного пароля. А теперь самое главное – понять, что это все означает. А означает это следующее. Нужно мысленно представить, что вот эта вот кодовая панель – это и есть лицо. То есть 1, 2, 3 – это как бы лоб. 4 и 6 – это как бы глаза. 5 – это как бы нос. 7, 9 – это как бы щеки. А 8 – это рот. То есть, соответственно, Стэнли сначала хочет выдавить глаз. Левой рукой он может выдавить только как бы правый глаз человеку, ну, если смотреть зеркально, то это цифра 4. Дальше он кусает язык, разрывает губы, соответственно, это цифра 8. Это однозначно. Следующую цифру нужно уже подбирать, потому что мы не знаем, какую именно из щек выбрал Стэнли. Ну, давайте попробуем сначала цифру 7. И в конце хочет откусить левое ухо. Итак, что же у нас тут уши? Похоже, что уши и глаза – это одно и то же. Соответственно, правое ухо – это цифра 6. Не подошло, значит, мы не угадали щеку. Вводим еще раз. 4, 8, в этот раз 9, 6. Замок открыт. Да, черт возьми, вот такие вот здесь на харде головоломки. Что нас ждет внутри? И кто-то к нам движется. Я надеюсь, что я успею. Ух ты! Сделал выпад. Ну давай, лупи ее. Ох ты, с пистолета! Сволочь! В медицинском костюме. Да как ты смеешь? Блин, только что в моем теле стало на 2 дырки больше. Так, давайте попробуем использовать какой-нибудь шокер. Посмотрим, насколько он здесь эффективен. Так, надо сблизить дистанцию как можно быстрее, чтобы эта тварь перестала в меня стрелять наконец. Ну! Ну, 2 ударов шокером ей хватило, чтобы опуститься на землю. А теперь нужно дотоптать. Черт возьми. Да, шокер какашка еще та. Похоже на труп с татуировкой. Время начала, мой ключ. Время начала чего? Тут какая-то медицинская запись. Это относится к тому мертвому парню? Происхождение неизвестно. Имя, возраст неизвестно. Незарегистрированный пациент. Был обнаружен на территории госпиталя.
с психическими отклонениями, временно помещен в палату М4 с разрешения директора. Умер поздно вечером от потери крови, произошедшей из-за повреждения сонной артерии. В правой руке держал кухонный нож. Наверняка именно им и было нанесено ранение. Возможно, это было самоубийством, но угол ранения подозрителен. Отправлен в отделение терапии на втором этаже для дальнейшего обследования. От пациентов, бывших в той же палате, никаких комментариев случившегося. Полицию пока не извещали. На всякий случай оставьте кровать жертвы и ее вещи как есть. Палата М4. Вещи этой жертвы. Время начала, мой ключ. На его ноге татуировка. Маргарита, давай поклянемся друг другу верной любви, пока смерть не разлучит нас. Вот, похоже, это и случилось. Так, а на полу разбросаны бумаги. Похоже, здесь больше ни черта важного. Помнится, здесь во второй части стояла печатная машинка. Сейчас ее здесь нет. Итак, что мы имеем? Палата М4. Давайте посмотрим, что в этой палате может быть. Остальные палаты, похоже, здесь все позаперты. Очередной дневник. На той помятой кровати лежал парень с татуировкой, хотя больше не лежит. Тот будильник и грязная сумка его. Ах, только не пойми неправильно, я ничего не делал. Я его не ненавидел, хотя он и был лжецом. Я тоже должен написать что-то на себе. На своей груди, раз не могу разорвать ее, чтобы показать свое сердце. Я люблю тебя, Хизер. Нет, что-то более сильное. Я люблю тебя, Хизер, слишком слабо для того, что я испытываю. О, какие нежные чувства возбуждает этот образ. Стэнли Колман, твою мать. Что это, будильник? На будильнике без 7 минут 11. Выключите. Похоже, это та самая кровать того парня с татуировками. Подушка в пятнах и липкая от крови. Это от парня с татуировкой? У меня плохое предчувствие. Да, и у меня, похоже, тоже. Так, что здесь еще интересно? Перевернутые кровати и чемодан. Дипломат заперт. И здесь как раз нужен код. Подсказка была как раз на руке того татуированного парня. А, пароль, время начала, по-моему, да? Ну, в общем, нужно ввести сюда время, когда начал звонить будильник. А начал он звонить в 10, без 7 минут, это у нас получается 50, 53. Так, стоп. Еще раз. Ну, вроде все правильно. Возможно, что не 10.53, а 22.53. Давайте попробуем 22.53. Да, замок открыт. В дипломате больше ничего нет. Так, а что я подобрал? Фотоаппарат Polaroid. В отличие от обычного фотоаппарата, этот выводит готовые фотографии сразу. Да, помним такой фотоаппарат. Раньше он был достаточно популярен. Так, что у нас здесь еще осталось? Еще две палаты М5 и М6. Твою мать, опять выбор. Пошли вы лесом.
Не хочу я к вам. Хотя у меня есть автомат или ружье, попробовать их расстрелять. Мне хочется патроны тратить. Ну ладно, давайте. Я жажду крови. Ну, ё-моё. Что-то как-то дробь хреново работает. Блин, синхронистки хреновые. Блин, они встают. И зачем я только сюда попёр? Нашел на свою жопу приключений. Надо было не смотреть, как они дергаются, а лупить их до последнего. И все ради этой гребаной аптечки, да я потерял намного больше. Да, говорила мама, не купайся в незнакомых местах. Ну ладно, зато проверили, что там действительно ни черта не было. Так, стоп, я здесь был. Кто-то здесь уже ходит. Давайте поднимемся на третий этаж, посмотрим. Что у нас здесь? А, кстати, здесь же еще есть и крыша. Блин, вездесущий Стэнли. Еще я люблю крышу. На ней мне хочется летать. Ты тоже? Да, на этот раз он был краток. Оу, черт! Точно, точно, помню. Здесь две обоймы до автомата, но... Здесь два клозера. И, кстати, здесь есть пасхалочка по поводу крыши. Но некогда мне ее читать. Фух. Хизер там говорила, что решетка выглядит достаточно прочной. И не похоже, что кто-то может ее проломить. Что-то в этом роде. Но, как мы знаем, именно эту решетку и проломил Джеймс Сандерленд. После чего проломил потолок и свалился на третий этаж. Но сейчас решетка цела, и это наводит на мысль, что действие все-таки Silent Hill 3 происходит до событий второй части. Так, и здесь у нас очередной пароль, которого у меня пока нет. Окей. Именно сюда Джеймс свалился и проломил потолок, но, как мы видим, потолок, как ни странно, цел. Опять дневник. Свободно струясь, твои черные волосы, как ночное небо, источают благоухание. Хм, странно, почему черные волосы? Мое сердце грохочет в груди, как буря, ты играешь с ним. Твой непорочный взгляд, словно праздник, когда ты улыбаешься. Мои мысли смешались, мое дыхание как опиум, оно сводит меня с ума. Эрик, величайший поэт, так точно передающий мои чувства. Я не должен был позволить этому месту добраться до меня, не должен был сходить с ума. Но утопать в моей любви к тебе – невероятное наслаждение. Но почему ты не приняла доказательства моей любви? Забудь же о формальностях.
Так или иначе, ты и я едины. Давая что-то тебе, я все равно что-то даю себе. Стэнли Колман. Чтоб его. И, кстати, если вы уже могли заметить, то после прочтения дневников они пропадают. Могу вам наглядно это проиллюстрировать. Дневника уже нет. Что наводит на мысль о их реальности. Замок сломан. Замок открыт. В камеру-одиночку. Явно там что-то... Да. Хорошее нас тут не ждало ничего. Да заруби-то уже. Ох. Ну, против одной-то... Справиться не так сложно. Блин, я все забываю про блок. Все пытаюсь его использовать и забываю про него. Так, и что я сюда вообще ходил? Тут на стене памятка. Наказание за жестокость по отношению к пациенту. 12 часов заключения в палате специальной терапии. Отпускная политика отменена. По поводу любых вопросов связывайтесь с начальством. Над отпечатанным текстом что-то приписано от руки. Фокус в том, чтобы не оставлять следов. И еще кое-что, похоже, это было написано другим человеком. Начальник-извращенец. Кристи было бы лучше, если бы ее уволили. Ха, похоже, только что мы и зарезали Кристи. Ну ладно. Здесь у нас еще есть складское помещение, лифт. Так, давайте посмотрим. Оу! Сохранение. Как ни странно, Хизер в этот раз даже ничего не прокомментировал. Блин, Стэнли, опять ты со своим дневником, блин. Я уже устал тебя читать. Хизер, моя наисвященнейшая любовь. Я всегда смотрю на тебя. Неважно, где ты или чем ты занимаешься. Я никогда не выпускал тебя из виду. Я знаю, ты чувствуешь себя ужасно одинокой. Но единственный ключ к этой двери – развеет эти чувства раз и навсегда. Мы так долго не могли видеть друг друга. Будь терпелива, осталось совсем немного. Я тоже буду терпеть, хотя я страстно желаю сжать тебя в своих объятиях. Ключ спрятан за шкафом в подземном гараже. Почему там? Спроси того идиота-врача. Здесь нет ни одного человека, кто бы был в своем уме. Не только в этом госпитале, я имею в виду весь Silent Hill. Кроме меня, Стэнли Колман. Да, настоящий псих никогда не сознается, что он псих. Батарейка к шокеру. И два лечебных напитка. Лучше бы патронов дали. В этом шкафчике нет ничего, кроме чистящих средств. Так, и похоже, нам Стэнли намекнул, где находится код от двери. Где-то в подвале. Сейчас еще здесь проверим, что здесь больше ничего нет. И можно отправляться в подвал. На лифте мы в подвал не сможем пройти, а вот по лестнице вполне. Так, лестница у нас здесь. Что это? Клозер, что ли, упал с крыши с таким грохотом? Кто здесь не появился? Так, по-моему, вот эта дверь. Да, это то самое место. И здесь... Кто бы мог догадаться, но именно здесь нужно использовать этот чертов полароид.
Пароль 8124. Да, похоже, кто-то очень часто сюда запихивал свою руку, что аж ободрался об стену. Нам пора на третий этаж. Теперь мы знаем пароль. 8124. Замок открыт, кто бы сомневался. Эх, чувствую, ничего хорошего меня за этой дверью не ждет. Пока тихо, странно. Так, я уже забыл, в какой там из палат-то Леонард лежал. С4 или С12. С1 тоже открыто. И здесь у нас лечебный напиток. И опять будильник. Зачем в каждой палате стоят будильники? Здесь какой-то журнал. Это журнал, просто какие-то сплетни. Обучая отчаянию, дом надежды. Дом надежды, сиротский приют на окраине Сайлент-Хилла. Но под этой фальшивой личиной скрывается место, где похищенным детям промывают мозги. Дом надежды управляется благотворительной организацией «Сообщество сердечного соучастия Сайлент-Хилла», иногда также называемой 4С. Правда, что 4С является многоуважаемой благотворительной организацией, которая заботится о бедных детях, лишенных крова, и растит их с надеждой. Но ее сердце – языческая организация, которая обучает детей своим извращенным догматам вместо истинных религиозных ценностей. Мистер Смит, имя изменено, живущий неподалеку от Дома Надежды, заявил: «Иногда по ночам я слышу их странные молитвы и звуки детского плача. Я ходил туда, чтобы пожаловаться, но меня выставили за дверь. С тех пор ничего не изменилось». Стоит отметить, что этому репортеру было отказано в просьбе сделать снимки на территории. Чем же занимаются работники Дома Надежды? Что им приходится скрывать? Во время моих расследований я все же сумел обнаружить подозрительно выглядевшую круглую бетонную башню, которая входила в территорию приюта. К сожалению, никто не захотел рассказать нам, для чего использовалась эта башня, но едва ли это как-то связано с заботой о сиротах. На самом деле, она может быть тюрьмой или секретным местом для проведения церемоний. Религиозный культ, управляющий Домом Надежды, известен среди местных жителей под названием Орден. Эта религия глубоко уходит корнями в историю Сайлент-Хилла, но искренняя вера ее последователей в то, что они являются элитными, избранными, имеет темную и опасную сторону. Я намерен продолжать свое расследование деятельности Дома Надежды и стоящего за ним культа. Я всегда верил, что говорить всю правду и указывать детям путь истинный – наш наиважнейший долг. Джозеф Шрайбер. Дом Надежды. У меня чувство, что я слышала это название раньше. И вот эта вот информация в таком вот глянцевом журнальчике очень и очень интересная. Дело в том, что это очень сильная отсылка к четвертой части Сайлент-Хилла, к этому журналисту Шрайберу и к Дому Надежды, и к той самой круглой тюрьме, которая называется Паноптикон. В общем, об этом все будет известно только в четвертой части. Пока я помолчу. Единственное, что нам еще дополнительно стало известно, что религиозный культ, который орудует целым Киллин, имеет название Орден. Ну или, по крайней мере, его так называют местные. Вяленая говядина. Так.
Душевая открыта, нет? Тоже закрыта. Так, S7. Здесь как раз должен был находиться Стэнли. Прощай, Хизер. Мне жаль, что я не смог ответить на твою любовь. Все кончено. Леонард презирает меня, потому что я смеялся, говоря, что так все и кончится. Если бы не его вмешательство, я бы смог увидеться с тобой совсем скоро. Тогда я мог бы забрать тебя в мой мир. Мир только для нас двоих, более прекрасный, чем этот. Я ждал этого дня до этого момента. Дня, когда я увижу тебя. Дня, когда ты спасешь меня. Сегодня. Хизер, остерегайся его. Леонард необычный парень. Прощай, я любил тебя. Хизер, моя богиня. Хизер, моя любовь. Хизер, моя... Кукла разбита. Кукла вся разорвана на части, на нее действительно грустно смотреть. Все же интересно, кто это сделал? Да, похоже, что на самом деле Стэнли Колман уже давно мертв. Твою мать, засада! 12, пошли к черту. Кто-то пытается к нам дозвониться. Hello? Claudia. No, I'm not... Don't lie to me, Claudia. You're always trying to run from your responsibilities. Have you come to apologize? Or maybe you still don't realize how foolish you've been. The salvation of all mankind. Ah, what a ridiculous dream. Wait, just listen to me for a second. I've heard enough from you already. How did you turn out this way? Where did I go wrong? Listen to me already. I'm not Claudia. You're not Claudia. My name is Heather. Heather. Who are you? Leonard Wolf. I'm sorry. I thought you were my daughter. Claudia is your daughter? Oh, so you know her, do you? Are you one of her followers? No, never. When I find her, I'm... I can feel the hatred. What? Behind your words, the anger. You plan to kill her, don't you? I'm sorry, but... She killed my father. She's a fool. But she's still my daughter. I was going to forgive her if she changed her ways. But I see it's too late. Heather, will you help me? Help you? I'm locked up in here. And I must stop Claudia. Where are you now? I'm not sure myself, but the door is at the end of the hall on the second floor. I think I can be of help to you. I have a seal. Please. A seal? Second floor.